О, пошла жара. Аня, ты делаешь сейчас? Да ничего я не делаю, я просто смотрю, как все делают. Поехали. Найс, Давай. выпил припоту, у меня зафризило. Делай выводы, не пей препод. Шипаем. Вихрь — это шлем босса. На лыжах не стоите? Бросила школу, поставь на фрост аут. Под боссом. Короче, по какому прибудку я не могу, мне что вообще все лагает. Я не могу спрашивать. Есть осколок? Не, нету. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Помощник РДД. Ставку никто больше не будет ставить. Там ставка 200 стоит. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Вашей Давай Блокдот обмен. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Леха. Ну че мне какая-то? Че еще раз? На двух боссов магом запустишь? Не надо. Идите, кем идете. Слабовато, рейд, не хватает людей.
Ну-ка, заходишь? Тунга, Тунга, Тунга. Ладно, без него. Дайте баф по шаману. Один три лево, два четыре право. Все, поехали. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш сыграли? Помощники. Это благословение. И покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться моей воле. Миличники справа добить. РД по боссу. Физик тут? Да, да, да. Иди право моба убей. Ты не в сил. Сам вставай, вот тут у нас бой пока висит. Ой, я хочу. Кто-то моб посадил, да? Нет? Зачем тебе небелунг? Так у ханты его могут носить. Так а тебе зачем? Я буду носить его. Я проверю, это работает Вальки на ханта или нет. Атакующее заклинание нужно. У меня есть заклинание. Кидай обмен.
Ну я тебе верну, я вон после орка на трэше потащу. А я вернулся. Заходи. Убили? Че? Леди убили уже? Да. Леча 25 хм убили, пока ты спал. Ну, еще попыщу. Пушки занимайте, кто хочет. Мою пушку не трогайте. Где ты умер? А, ты убил пушки. Запускайте двигатели! Летим навстречу судьбе! Держите шлемы крепче! Это еще что? Дайте мне подзорную трубу! Клянусь бородой, корабль Орды несется на нас на всех парах! Маневрируем! Пушки заряжай! Ах вы псы трусливые! Напали из-под тяжка! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Разрушители! Сержанты! Бой! Но у меня сакаса особый! Да что ж такое? Не сдадим мы без боя, дитя Стальгорна! Огонь! Oh.
Бежать! Да что ж такое? Не сдадим мы без боя дитя Сталькорна! Сядьте топоров поживее! Перелетаем. Сайбот почем? Давайте после рейд продам 40к. А еще надо? Все, отстань. Сайбот. Я первый сказал, все, отстаньте. Еще надо, я спрашиваю. Отстань. Мало ли, может, ему еще надо. Мне тоже надо, что? Наверное. Вот, наверное, у каждого по 40. Все покупай. Рыбу ешьте. И недавно 100к продал, у меня уже 40к. А поднимите под друиду Оку. Тима, а стаки от вечного холода не урон наносят? 210 стрела, вот, которую ты видишь, летит, 210 урон наносит. За бой, может, 10 тысяч набьет только и все. Вообще мало. По друиду дайте кулак. Геру. Дайте Геру. Трэш. Крыш.
трэш. Там кто-то хотел меня на Сурфанге обогнать. Не помните его имя? У тебя 500 как бы поэтому по трэшу, алё. У меня? Да не у тебя. Осколок. Осколок есть, я сказал. У меня тоже 500к, и чё? У меня не 500, у меня 400. Ты же близко, Тонга, ко мне не подкрался. Может, можно ты трэш не крутил? Тебя 22 тысячи. Так, а покажите по трэш, ты крутой. Да, покажите в трэш. Я почти сову по трэшу догнал по-любому. Ну, видите? Вот они герои, они тут. У тебя есть именно ДПС по боссу, там не урона, а именно ДПС. Равно. Вон тебе. Получено урона именно с Орфангу. Я 3-3, все равно я тебя обогнал. На 200к. Ну, подожди, ты сказал, меня обгонишь. Как было? Бы... было. У тебя холод, отстань. У меня как бы даже в Тулепухе Джай нету. Тунга столько просрал Диме, да? Получается так. Они там забивались, кто будет смазывать. Тунга, готовься. Ничего, ничего, сейчас потестим на этом. На гнилом. Давай, давай. На гнилом у меня резист там как бы магический. А гнилом я свой небелунг заобужу сейчас. И там ты все равно меня не обгонишь, там трэша дохуя. Че про трэш, давай в босса помирим. Так, блять, я не виноват, что у меня Starfall. И, блять, гнев Кинария я кидаю в босса, но да, он же на слизняка кидает. Так на Тухлопузе, например, нету. На Тухлопузе там у меня пониженный урон магически. Блин, как это было? Блин, сагрите пачку. Там в два хила сейчас хилите пока что. Кстати, Дима, я на лича на руку зайду. Зачем? За фаликом. Он не падает. Ну, вдруг. Он не падает. Все бывает. Только не фалик. Все, сейчас 100 валик будет стопудово. Че вальки не вылазит? Я тебе говорил, они срабатывают из магического урона. Ну, я думал, у что у тебя один спел, это, блядь, шанс 0,1%, наверное, что он вылезет оттуда. У меня ловушка магическая, я даже под ним атой не могу ставить. Все, нас забирает. А, вон пишут, из-за Веда по-любому не работал.
Астрали, ты чё, дубку не юзаешь, что ли, прости, или чё? Че не танец? Сзади один танк остается. Сейчас получите. Открывай ловушку. Чего вы там? Ищите ловушку. Ай, спасите, бьют. Стой, тебя бьет, я напуливал очень. Да, меня следователь заколотил. О, ты видел микро этот патч, который вышел дальше? Чё там? Крипы меньше бьют из доминатора. И всё. Ну и рецепт на МКБ. Рецепт на МКБ завезли? Да. 350 рубасов. Что за рецепт? Чё, он теперь дороже стоит, получается? Или не, там, наоборот, вроде бы. Хотя... Не, там уже... Там же поменяли сборку, разве нет? Да. Ну, типа а там МКБ? Кастет был, потом джевелин, и это палка, которая типа там рапиры собираются. Да. Что за рецепт? Да это не про Вовку, это про Доту, Шизик, забей. Получается, как и было раньше, что ли, или чё? Или дороже? Это с первой Доты они рецепт, наверное, завезли. Ждите, рыбу кто падал. Дайте каску, кулак, лапа, ПДК. Чё, Тинга, давай 25 хотя бы.
Если пельмени ловить не буду, наверное, будет. Не знаю. Тут нет пельменей. Тут ничего нет, тут весь бой стоишь, просто АФК бьешь. Ну, если только не придется выносить. Тогда дайте каску хотя бы. Каску под декандайте. Пристабав сайв мод. Спасибо. Я же с Мелизоном могу гулять. ДБМ пул, дай. Сейчас споры сносим. Тунга, выходи. Да блин. Оставайся на звездочке, Юля. Видишь, уже не будет